Вчера пришел ответ с Ватиканского природоохраны, где указывается, что данная свалка будет ликвидирована не позднее 1 июня. Это к чему? Ранее в ноябре было предписание администрации Краснокамского района устранить свалку до 20 января. Сейчас по ходатайству администрации Краснокамского района данная свалка якобы будет устранена до 1 июня. Но все мы знаем, что данная территория подтапливается вот примерно, если судить по прошлому времени, в мае вот это все, возможно, будет подтоплено. А может быть и не будет подтоплено, это все зависит не от нас. И вот эта вся шелуха, грязь, мусор уйдет в реку. И тем самым будут уничтожены все факты, подтверждающие, возможно, хищение, распил бюджетных средств, выделенных на утилизацию, сортировку, на переработку отходов. Там покрышки какие-то валяются.